Хочу все знать. В КЧГУ имени Умара Алиева прошел студенческий научно-познавательный квест. Интеллектуальное состязание было организовано научным управлением и студенческим научным сообществом вуза. В квесте приняли участие команды различных факультетов университета. За ходом мероприятия наблюдал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Научный квест «Хочу все знать» собрал студентов со всех факультетов КЧГУ. Открывая интеллектуальное состязание, исполняющий обязанности ректора университета Таусултан Узденов подчеркнул важность подобных мероприятий в плане приобщения молодых людей к научным знаниям и экспериментам. «Эта командная игра позволит выявить самых лучших знатоков науки нашего вуза», заверил Таусултан Аубекирович. Начался период пандемии, мы долгое время наши общественные социальные мероприятия поставили на паузу. Уже почти год мы начинаем входить в прежний активный наш режим. И очень приятно, что по разным направлениям, по молодежной политике, по образовательной деятельности мы входим в наш прежний режим. И, конечно, по научно-просветительскому направлению тоже у нас достаточно интересные мероприятия предлагаются. Вопрос. Изучать науку посредством игры – это один из действенных методов для молодежи. И сегодня каждый из вас узнает много интересного в той или иной научной деятельности, отметила исполняющая обязанности проректора по научно-исследовательской работе КЧГУ Марина Кубанова. Всегда говорят, учиться сложно, а учиться посредством игры, наверное, немного легче. Да? И вот сегодня мы с вами будем играть в науку или изучать науку, играя. Я вам желаю получить наслаждение от нашей с вами игры. Помимо этого, желаю вам получить новые знания. 9 команд должны были по установленному маршруту посетить станции, где каждый из них, не пересекаясь друг с другом, выполняли задания, которые предоставляли им научные станции. Вопросы были интересные, сложные и местами забавные, но нам удалось осилить их, отмечают студенты. В свою очередь, Таусултан Узденов лично посещал станции и поддерживал участников состязания. Квест получился весьма-весьма хорошим. Я получил очень положительные эмоции, потому что я убедился, что наши студенты обладают широким спектром знаний и смогли ответить на все свои самые каверзные, самые сложные вопросы, даже не по своему профилю. И я реально получил очень положительные эмоции. В итоге победителями научного квеста «Хочу все знать» стала команда Института филологии «Постинфилизм». Второе место заслужили интеллектуалы естественно-географического факультета «Естественный отбор». И на третьем месте команда исторического факультета «Страна нартов». «Нам удалось освоить все задания и одержать безоговорочную победу», отметила команда победителей. Мы очень счастливы, что мы выиграли в данном квесте. Это были незабываемые эмоции. Наша команда называлась «Постинфилизм», что означало революцию в мире нашего университета. Поэтому мы надеемся, что в будущем у нас будут только победы. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Победителей и призеров отметили почетными грамотами и ценными призами. Алихан Лепшоков, Аслан Герюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.